В Абакане затормозилось строительство подземного перехода через железную дорогу в районе улицы Герцена. Городские власти выделили на него 13 миллионов рублей, обещали сдать его к концу августа, но сроки пришлось перенести. На месте есть бетонные конструкции, техника, инструменты, но приступить к работе строители не могут. Нужно перекрыть движение поездов, но руководство железной дороги пока не может определить, когда. По этой ветке проходят основные маршруты, в том числе ежедневный на Красноярской Кашурниково, и прекращать движение по ним пока невозможно. Поэтому заказчик строительства «Архоград» перенес срок сдачи с августа на март 2012-го. Переход нужен для безопасности местных жителей. Сейчас им приходится переходить прямо по рельсам, а такие перебежки могут закончиться трагедией. А пока подземка не появилась, рабочие соорудили временный переход.